Friday afternoon in Switzerland. It's Space Cafe Russia time. Our next edition of the Space Cafe Russia will begin really soon. As always, we really appreciate your participation and ongoing feedback, and we will always continue to learn and improve based on the feedback you give. Меня зовут Киара, and I'm the event coordinator for Spacewatch Global and host of the Space Cafe Benelux, together with my co-host Banu Bazingi. Spacewatch is a Switzerland-based online platform for information in and around space and new space activities in a geopolitical context. With Elina Murutova, we have found a great friend and a wonderful host for our outreach in Russia. I know many of you are already familiar with our website, our bi-weekly newsletter, and our daily newsletter, as well as the Space Cafe podcast. We also keep our fan shop online open for you to support us actively and become a space watcher. Edition one has cool items for you, your friends, and the ones you love. And your support is needed to keep our work alive for you. If you've missed any of our previous web talks, we have an archive on our webpage in the events section and on YouTube. And we will host our Space Cafe Russia live regularly. And with that, my job is done, and I would like to hand over to your host for today. So, Elina, over to you. Thank you, Kiara. Спасибо, Kiara. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие коллеги. Рада приветствовать вас в нашем втором выпуске Space Cafe Россия. Мы выходим каждую пятницу, каждого первого месяца, каждого нового времени года. И сегодня у нас с вами летний эфир. Повторю некоторые слова наших хозяев. Эта встреча, сегодняшняя встреча записывается, она будет доступна в интернете на разных площадках. Ваши вопросы, которые будут возникать по ходу нашей беседы, можете задавать в секцию вопросов и ответов. За вопросы можно также голосовать. Конечно, мы будем стараться ответить на все вопросы, но без сомнения ответим на самые популярные. Сегодня нам помогать с вопросами, с организацией этого выпуска будут Максим Алексеев и Ярослав Васянин. Меня зовут Ирина Морозова, как сказала Кьяра. Хотела бы вас немножко заинтриговать в том плане, что сегодня нас ждет поистине интересная беседа, беседа об ограниченных естественных ресурсах космоса, но не о природных ресурсах небесных тел, о которых сейчас так часто говорят. На эту тему мы с вами беседовали в нашем прошлом выпуске. Сегодня мы будем говорить о радиочастотах и связанных с ними спутниковых орбитах. Без сомнения, все космические юристы и космические энтузиасты уделяют много внимания вопросам орбитально-частотного ресурса, но нам с вами, в большей части гуманитариям, конечно, тяжеловато разобраться в этой теме самостоятельно. И сегодня у нас уникальная возможность восполнить пробел в своих знаниях. У нас в гостях Виктор Андреевич Стрелец. Это специалист высочайшего международного уровня с огромным опытом практической работы в этой отрасли. Что интересно, Виктор Андреевич – кандидат технических наук, но обратите внимание на тему его диссертации. Она связана с использованием орбитального частотного ресурса с учетом норм международного права. То есть Виктор Андреевич – идеальный проводник в мир технических тонкостей, который будет говорить с нами на одном, на понятном нам языке. Вопросами орбитально-частотного ресурса Виктор Андреевич занимается уже больше 40 лет, причем и на национальном, то есть российском уровне, и на международном уровне, в частности, в системе Международного союза электросвязи, который является специализированной организацией ООН в области ИКТ, информационно-коммуникационных технологий. Сейчас Виктор Андреевич занимается работой в одной из исследовательских комиссий МСЭ, руководит той комиссией, которая как раз-таки отвечает за спутниковые службы. А на протяжении 8 лет Виктор Андреевич входил в состав радиорегламентарного комитета. Те, кто немного знаком с работой МСЭ, знают радиорегламентарный комитет РВК как некий квазисудебный орган. Поэтому у Виктора Андреевича есть вот такой вот судейский опыт работы. Но подробнее об этой работе Виктора Андреевича мы узнаем уже по ходу дискуссии. Пока же закончу это краткое представление словами благодарности. Виктор Андреевич, спасибо вам большое, что нашли время зайти к нам сегодня в гости. Уважаемая Элина, добрый день.
Добрый день, уважаемые посетители Space Cafe. Мне очень приятно быть сегодня с вами, участвовать в беседе по важным вопросам регулирования использования частотного орбитального ресурса, без чего, конечно, немыслимо освоение и использование космического пространства. Виктор Андреевич, а как орбитально-частотный ресурс и вообще вот этот большой технический пласт работы стали вашей профессией и даже вашим призванием? Чем вас смогла заинтересовать эта отрасль? Может быть, это была любовь с детства или вы пошли по чьим-то стопам? Где получили образование? Я родился в семье военного и провел свое детство в военном городке. Это все свободное время, как и все мои сверстники, после приготовления уроков мы проводили на улице, гоняли футбол, думали, чем заняться, там походы в лес, чтение книги и так далее. Из кружков, наверное, запомнилось два. Это авиамодельный кружок при доме пионеров и клуб интернациональной дружбы. Сегодняшние наши хозяева из Германии. Вот у меня было два прекрасных друга. Это там Регина Фабиан и Франк, помню, с которыми мы переписывались вот, и рассказывали о нашей жизни. После окончания 8 классов мой дядя, который жил в Киеве, отметил мои успехи в математике, решил меня забрать к себе и дать возможность закончить физико-математическую школу. Но вот на собеседовании что-то не заладилось, и, в общем-то, возвращать меня дядя не очень хотел, и поэтому мы начали листать газеты, интернета тогда не было, нашли Киевский техникум радиоэлектроники, который я с отличием закончил через 4 года. Поэтому с отраслью связи у нас получился роман, в общем-то, такой случайный. После окончания техникума поступил на технический факультет военно-инженерный институт имени Александра Федоровича Можайского в городе Ленинград. В настоящее время это военно-космическая академия, поэтому вот с космосом я практически с 19 лет непосредственно связан. После выпуска из института был направлен в город Евпатория, где проходил службу на комплексе «Плутон». Вот заставка. Это как раз та антенна, которая уникальная антенна. Вот если вы посмотрите размер каждой чаши, это порядка 16 метров. Вот она стоит на прочном основе. Это поворотное устройство орудия главного калибра Линкольна. Далее платформа из железнодорожного моста. Затем приемники располагаются в корпусе немецкой подлодки, которая была трофейна после Второй мировой войны. В общем-то, комплекс был собран удивительным образом и работал очень хорошо. И непосредственно Сергей Павлович Королев вводил этот комплекс в эксплуатацию. Вот. Мы сопровождали экспедиции к Венере. Это миссия Венера-13, Венера-14. И даже немножко поработал по Венере-15-16. Конечно, лучшим подарком было это изображение этой планеты. Фотографии нам раздали на память, поэтому очень такое памятное время. Но занимало практически круглые сутки, потому что дежурство было круглосуточное на комплексе. И сеансы продолжались по 15-16 часов. Вот и через два года я был переведен в 50-й ЦНИ МОВ в Подмосковье, где с 83-го года активно занялся вопросом международно-правовой защиты космической системы и комплексов. Там же защитил диссертацию по данной тематике. И, в принципе, вот этой работой занимаюсь по сегодняшний день. То есть, как судьба выбрала мне, так я и остался. Да, мне понравилось, как вы сказали, что случайно, да, окончили колледж с отличием. Случайно с отличием. Всем бы нам такие возможности. Виктор Андреевич, вы проработали на разных должностях и в разных учреждениях на госслужбе. Это и Минсвязи России, и Государственная комиссия по радиочастотам, и Главное управление государственного надзора. В чем заключалась ваша работа в этих органах? Ну, когда я еще находился на военной службе, мне приходилось очень тесно взаимодействовать с коллегами из главы Сверхнадзора, ГРЧС. У нас общая команда, связисты вообще все понимают, независимо от какого ты ведомства. Вот мы все, как говорится, узкий круг, и не только, как говорится, в рамках страны, но и в рамках, наверное, сотрудничества в области связи, там, и МСМ, мы довольно-таки неплохо знаем друг друга. Вот также мне пришлось участвовать в составе делегации, еще будучи военным, на собраниях, конференциях МС и СЭП. Поэтому после увольнения из вооруженных сил я был приглашен на работу в главу Сверхнадзор по делу международного сотрудничества. И при поддержке руководства было открыто направление по взаимодействию с международными организациями по вопросам регулирования использования РЧС, которое мне поручили возглавить.
Поэтому переход был очень такой плавный. Я, в общем-то, снял военную форму, поменял ее на гражданский костюм и начал ездить на работу из Подмосковья в Москву. Набирался опыта государственной службы, появились новые знания. И после этого был приглашен на позицию руководителя аппарата ГКРЧ Мининформсвязи. Ну, безусловно, это уже была другая должность, другие обязанности. Вот после назначения министерства, вот одной из основных моих задач была организация и контроль подготовки позиций администрации связи к всемирным и региональным конференциям по радиосвязи. Виктор Андреевич, а вот как раз как готовятся такие позиции, как проходят внутриведомственные согласования? Насколько я знаю, вы уже с 90-х годов привлекались к работе на площадке МСЭ, вы входили и в составы делегаций, и в составы руководства на всемирных конференциях радиосвязи, на полномочных конференциях и других форумах МСЭ. Как строилась эта работа? Да, ну, наверное, правильно будет рассмотреть наиболее сложный случай, так как принципы формирования делегаций на разные мероприятия отличаются. Но самым сложным является поток и формирование делегаций на Всемирную конференцию радиосвязи или ВКР. Вот практически сразу по окончанию конференции принимается резолюция с проектом повестки дня будущей ВКР, которая обычно включает в себя порядка там, ну, от случая там, 20-25 пунктов повестки дня, которые могут затрагивать различные службы и, соответственно, различные полосы частот. Поэтому ГКРЧ на своем заседании, заслушав отчет о работе делегации на конференции, принимает план по подготовке вот к будущей конференции, в котором определяется ответственность того или иного федерального органа исполнительной власти и организации за конкретный пункт повестки дня. Затем вот на основе этого плана и на регулярной основе работает подготовительная рабочая группа при ГКРЧ, которая организует взаимодействие всех заинтересованных для подготовки позиций администрации связи. При этом предварительная позиция раз в полгода, год рассматривается на заседании государственной комиссии. Комиссия, как известно, является коллегиальным органом, и поэтому при согласовании проекта решения ГКРЧ осуществляется согласование общей позиции с учетом всех заинтересованных сторон. Вот. Ну, а делегация формируется на основе официальных предложений, которые поступают из организаций и федеральных органов в адрес Минкомсвязи. Виктор Андреевич, ну давайте действительно рассмотрим на примере какого-то одного глобального мероприятия, на примере любой всемирной конференции радиосвязи. Будет интересно узнать, как такая гигантская работа видится изнутри, как она строится, потому что, насколько я понимаю, сама конференция идет 4 недели, то есть месяц. Если мы добавляем открывающую ассамблею радиосвязи и закрывающую подготовительную конференцию к следующей конференции, мы получаем 1,5 месяца. Я так понимаю, что когда супруги отправляют друг друга на ВКР, они просто прощаются, да, на месяц, на два, потому что работа, насколько я понимаю, строится крайне интенсивно и денно, и ночно, и без преувеличения. Вот что по вашему опыту, что для вас значит участие в ВКР? И второй вопрос более общий. Как государству сформировать свою делегацию, каким составом поехать, чтобы, во-первых, отследить все вопросы, которые рассматриваются в конференции, чтобы не упустить важные решения, а в идеале, конечно, продвинуть свою повестку? Какой ресурс для этого требуется? Действительно, ВКР – это такой длинный марафон, который требует правильной расстановки сил, выбора правильной стратегии и тактики достижения результата. Хотя по окончанию конференции каждый раз кажется, что это был один день. Вот. Остается только лишь, как говорится, усталость, потому что это сплошные, как говорится, заседания ночные, это нервы на пределе таких возможностей. Вот чтобы понять масштаб происходящего, приведу небольшую статистику о последней конференции, которая состоялась в Шарм-эш-Шейхе в 2019 году. Вот. Было порядка 3,5 тысяч участников, которые представляли 163 страны. Было 129 организаций, в том числе промышленные, научные. Было рассмотрено 38 пунктов повестки дня и вопросов. Более 560 документов, которые содержали около 6 тысяч предложений. То есть вот такой массив, который
переварила эта конференция за тот 4 недели, которые вы сказали. Главная цель каждой конференции – это, конечно, обеспечить рациональное, справедливое, эффективное, экономное использование частотного спектра и ресурсов спутниковой орбиты, гармонизация использования спектра в рамках административных районов и на глобальной основе, а также создание стабильной, предсказуемой нормативно-правовой среды, которая необходима, конечно, для будущих инвестиций. Для нашей спутниковой отрасли, спутник, который запускается на 15 и более лет, и процедуры, которые длятся перед этим там, до 7 лет, представляете, то есть эта правовая среда, она должна быть очень твердая и на десятилетия предсказуемая. Конференция должна не только создавать условия для развития новых технологий, но она должна осуществлять защиту существующих, конечно, служб радиосвязи. По-разному смотрится конференция в зависимости от твоего места в составе делегации. Мне посчастливилось побывать на 9 конференциях радиосвязи и 2 сессиях региональной конференции по планированию цифрового вещания. И участвовал в разных качествах. И ответственным за пункт повестки дня, и был действующим руководителем делегации. Когда ты отвечаешь за конкретный вопрос, ты досконально разбираешься во всех деталях, взаимодействуешь со всеми заинтересованными сторонами и продвигаешь позицию делегации на всех рабочих уровнях, проектах, редакционных группах. Потом на более высоких уровнях рассматривается твой вопрос, а ты сидишь в режиме ожиданий и необходимости давать консультации ответственным делегациям там, за комитеты и за пленарные заседания. Иная ситуация тогда, когда ты руководишь делегацией. Это постоянное видение ситуации, необходимость оперативного руководства делегации, взаимодействие с другими делегациями. Здесь очень важно выстроить стратегию поведения, правильно расставить акценты по пункту повестки дня и правильно расставить людей. При этом нельзя замыкаться на решении конкретного, пусть даже сверхважного вопроса. Иногда успешное решение твоей задачи зависит от взаимодействия по другому вопросу, который может быть не важен для твоей делегации, но может быть очень критичен для другой стороны. Конференция – это поиск компромиссов на основе профессиональной, психологической подготовки и слаженной работы команды. Безусловно, тут дипломатические свойства играют важную роль. Последнюю время очень сильно возросла роль региональных организаций. Договориться в одиночку в каждой стране на уровне больших заседаний становится практически невозможным. У каждой стороны есть хорошие аргументы, которые не убеждают и не убедят конкурентов. Поэтому был выбран путь на сужение участников обсуждения до уровня 2 представителей от каждой региональной организации. Сегодня в МСЭ работа строится с опорой на 6 общепризнанных организаций. Это региональное содружество в области связи, в которое мы входим. Европейская организация CPT, Африканский союз, это CITEL, межамериканская организация, это арабская группа и Азиатский союз. И каждая из этих региональных организаций готовит позицию региона по пунктам повестки дня ВКР. Но, безусловно, это не может ограничить право каждой страны в регионе иметь отличную позицию по некоторым пунктам повестки дня. Наверное, будет наглядно, если я приведу пример того, что председатель последней конференции практически со второй недели работы стал собирать представителей региона для обсуждения тех или иных трудных вопросов. И одно из ключевых собраний, хотелось бы вспомнить у председателя, состоялось в последние дни конференции, чтобы понять, насколько все строится на таких сложных отношениях и необходимости прогнозирования того, что происходит. Был рассмотрен так называемый пакет из 4 наиболее сложных, по мнению председателя пункта повестки дня, по которым никак не могли прийти к согласию. Причем один вопрос был весьма такой специфический, вел ее наш представитель. Он тоже был связан с спутниковой тематикой, но изначально было понятно, что там большие будут сложности с наземными службами, и поэтому реализация была затруднительной. Мы не были инициаторами этого вопроса, но тем не менее, так как мы его вели, мы его
был интересен тем, что против него практически выступили все, кроме нашего региона. Но по ходу конференции позиция региона изменилась, и практически все регионы, кроме одной страны и другого региона, были не против уже предлагаемого нами решения. Но в пакете четырех вопросов эта страна была крайне заинтересована в повышении статуса использования полосы частот своей спутниковой системы, которая используется для решения очень сложных задач, в том числе финансируется военным ведомством. Позиция нашего региона состояла в том, что мы выступали против чрезмерного статуса использования этой системы. Это был очень чувствительный вопрос, и поддержки у нас было крайне мало от других регионов. Вот шанс на успех у нас там был 20-30%. А вот на ВКР в рамках РСС вот, мне пришлось выступать в рамках ответственного координатора регионального сотрудничества и посчастливилось присутствовать на всех собраниях у председателя. Вот, в начале собрания, которое рассматривало пакеты четырех вопросов, наш регион первым взял слово и предложил наш пункт снять с рассмотрения. Так как мы понимаем, что если есть проблема хоть у одной администрации, то мы уважаем чужое мнение, которое надо учитывать всегда. Это был такой хитрый ход. Это вызвало большое удивление и растерянность у нашего главного оппонента, так как этот вопрос для них был очень важным. Вот, и они противились его решению для того, чтобы иметь рычаг воздействия на нас. Но мы ситуацию изменили кардинально, и когда дошли до их вопроса, то у нас был сильнейший аргумент: мы ушли в вашу озабоченность, теперь вы должны проявить дух доброй воли. Конечно, это было очень сложное обсуждение, но результат, в общем-то, превзошел все наши прогнозы. Поэтому вот такой простой пример показал, как важно, в общем, выстраивать стратегию. И надо сказать, что таким подходом к решению задач нельзя научить. Этому можно только учиться и впитывать по крупицам у учителей. Учителя, в общем-то, в России всегда были большие, великие. Это Валерий Викторович Тимофеев, Марк Ильич Кривошеев, Альберт Багратович Нальбандьян. Вот. И старшие товарищи из других делегаций. Это Франсуа Ранси, бывший директор бюро радиосвязи из Франции, там Дик Бирт из США и так далее. И мы действительно у них учили, и было чему научиться. Поэтому спасибо этим учителям вот за такую науку. Вы говорите про региональные организации, и я вспоминаю реальный вес, как это выглядело со стороны такому свежему взгляду, когда шли оживленные дискуссии, например, между российской администрацией и, по-моему, администрацией Великобритании, когда стандартные делегации просят слова, они поднимают таблички, и вот сначала там Россия, значит, в ответ Великобритания, Россия в ответ Великобритании. И тут я вижу, Россия поднимает табличку регионального содружества в области связи и говорит все те же аргументы, но уже показывая, что это мнение региона, а не одной страны. В свою очередь, Великобритания поднимает табличку своей региональной организации, и, так скажем, они получают уже новый уровень, но, по сути, той же дискуссии. Да, то есть объединяться в группы, конечно, гораздо проще, особенно вы привели пример, что 163 государства было на последний ВКР. Но все-таки, чтобы нам понять, за что вот бьются администрации, за что бьются делегации на таких мероприятиях, что такое орбитальный частотный ресурс, почему он ценен, чем он нужен, потому что многие из нашей аудитории, будучи космическими юристами, знают, что космос необъятен, что возможно свободное исследование, использование. Зачем нам нужен спектр? Да, так же, как и на Земле, так и в космосе, любое управляющее воздействие может быть исполнено при помощи команд. Запуская спутник в космос, мы всегда хотим услышать две хорошие новости. Может быть, не всегда обращаем на это внимание. Ну, вот первое, то, что самое необходимое условие для работы спутника, это что спутник выведен на заданную орбиту. Вот. А вторая новость, это достаточное условие, что установлена со спутником связь. И тогда мы понимаем, что работа пойдет. Широко сегодня используются различные типы орбит. В первую очередь это геостационарная орбита высотой порядка 36 тысяч километров над экватором. Уникальность этой орбиты состоит в том, что спутник, двигаясь по этой орбите, синхронизирован с вращением Земли вокруг своей оси и остается, по сути, неподвижен по отношению к точке на земной поверхности. Этим уникальным свойством орбиты вот сегодня широко пользуются операторы спутниковой связи, поэтому
ГСО чрезвычайно перегружено, и вопрос электромагнитной совместимости стоит там очень остро. Широко в последнее время стали использоваться спутники на низких орбитах, в том числе для фиксированной спутниковой службы с высотой от сотен до тысяч километров, а также среднеорбитальные системы, там порядка десятков тысяч километров, это ГЛОНАСС, GPS. Вот. И новое дыхание сейчас получил, как говорится, высокий эллипс, там ряд систем тоже планируется возмещать. Спутники, которые находятся вот на этих различных орбитах, должны находиться под контролем соответствующих командно-измерительных комплексов, которые оценивают состояние аппаратов и регулируют работу спутниковой системы, а также взаимодействуют по целевому назначению. То есть передают информацию, там осуществляется связь, навигация, вот, и так далее. Вот все перечисленное спутники могут осуществлять только при помощи частотного спектра. В противном случае спутник превращается просто в космическое тело или в худшем случае в космический мусор. То есть частотный спектр для спутника – это воздух для человека, кровеносная система и так далее. То есть, получается, недостаточно просто запустить что-то в космос. Важно для того, чтобы это что-то выполняло полезную функцию, иметь связь, желательно в обе стороны. Вы упомянули операторов, и я вижу, к нам присоединился Карен Бадалов, наверное, хорошо вам знакомый коллега из Евполсата. Карен, спасибо, что вы с нами. Виктор Андреевич, а вот какова непосредственно роль МСЭ в регулировании использования орбитально-частотного ресурса? Как МСЭ управляет использованием? Ну, особенностью частотного спектра является то, что он неисчерпаем, как многие полезные ископаемые, и это огромный его плюс. Вот. Но есть также большой минус в том, что этот спектр ограничен. И основная задача – его надо использовать рационально и эффективно. Еще одна особенность спектра состоит в том, что он не признает государственные границы. Радиоволны распространяются по законам физики, не по законам, которые старательно пишут чиновники. Поэтому этот фактор необходимо учитывать, и поэтому там, сама жизнь нам подсказала говорить о международном регулировании этого ресурса. Еще в 1865 году был создан МСЭ, тогда это был Международный телеграфный союз. Сегодня МСЭ является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области инфокоммуникационных технологий. Роль МСЭ заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономного использования частотного спектра всеми службами радиосвязи, включая те, которые используют спутниковые орбиты, и в проведении исследований и принятии рекомендаций по вопросам радиосвязи. Вот, регламент радиосвязи является основным документом по международному регулированию использования спектра. Вот, в соответствии с положением регламента радиосвязи весь мир разделен на три административных района. Это район 1 – Европа, Африка и страны бывшего Советского Союза плюс Монголия. Район 2 – это Северная и Южная Америка. И район 3 – это Азия, вот, за исключением стран, которые вошли в район 1. Основой регламента радиосвязи является, конечно, таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами, колонки которой разбиты по районам. В соответствии с регламентом радиосвязи полосы радиочастот распределяются между радиослужбами. Вот, кстати, в регламенте радиосвязи радиослужб более 40. Вот, выделяются радиочастоты зонам или странам и назначаются, соответственно, станциям. Для достижения цели МСЭ там реализует ряд задач. Он содействует справедливому доступу к естественным ресурсам, обеспечивает защиту от вредных помех, вот, оказывает помощь предотвращению и разрешению случаев вредных помех между радиослужбами различных администраций, вот, способствует внедрению новых технологий радиосвязи и при этом регулирует их применение. Следует отметить, что вот положение регламента МСЭ не означает какого-либо мнения со стороны Союза относительно суверенитета или правового статуса какой-либо страны, территории или географической зоны. Это очень важно, потому что вот когда посмотрим проблемные вопросы или спорные территории, то МСЭ всегда старается, ну, от этого дела отойти. Ему самое главное, чтобы была обеспечена связь
для людей, и связь должна быть во имя людей, а не во имя каких-то споров. Виктор Андреевич, вы подняли несколько интересных тем, сделала себе пометки. Вот первое, вы упомянули районы, да, что мир делится на них. Мы поняли, что это без каких-либо там толкований территории государства и с учетом спорности некоторых территорий, с учетом спорности притязаний на Луну. Сейчас очень много разных новостей поступает. Мы слышим о самых амбициозных планах государств и частного сектора по освоению Луны. И сейчас нам понятно, что для того, чтобы космическая техника функционировала на Луне, ей нужна связь и друг с другом, и с Землей. Соответственно, я так понимаю, радиочастотный ресурс будет востребован. И более того, также проходили новостные известия о том, что НАСА, американская администрация, заключает контракты на создание сети связи с частной компанией Nokia. Недавно Европейское космическое агентство заявило о том, что подписало некие контракты для того, чтобы строить сети связи на Луне и формировать, так скажем, то, что называется лунная экономика. Вот нужно ли нам выделять Луну или другие небесные район для регулирования спектра? Нужны ли какие-то нормы дополнительные? Как вот МСС сейчас регулирует, ну, условно, лунный спектр? Да, интересный вопрос, на который точного ответа, наверное, нет. Сегодня все частотные представления, вот, которые заявляются администрациям Бюро радиосвязи, привязаны к территории стран и, соответственно, к тем средствам, кто работает в соответствующей службе в рамках заявляемых частотных представлений там, для спутников проектов. То есть администрация координирует использование своих национальных радиосистем. С наземными радиослужбами есть некоторая неопределенность относительно защиты от помех в нейтральных квотах и воздушном пространстве, то есть в отношении систем, которые работают вне планов регламента радиосвязи, не обеспечивают работу систем спасения, безопасности, там, навигации морских воздушных судов. То есть, в моем понимании, проблема регулирования использования частотного спектра системы, которые будут размещены на поверхности Луны, ну, будет как-то отождествляться с международным признанием национальной юрисдикции тех или иных государств на участке поверхности Луны или участков поверхности Луны. Ну, для шутки добавлю, что вот на юбилей друзья подарили мне сертификат на право владения участком на лунной поверхности. И что мне тогда делать, если рядом будут размещены вышки, на которые я буду смотреть, там сказать, как я буду справляться с этими электромагнитными излучениями, кому жаловаться. Ну, это, конечно, шутка, но более серьезно, я не вижу никаких проблем с недостатком спектра на Луне и особенно на ее обратной стороне, которую мы никогда не видим. Понятно. То есть, по всей видимости, значение в этом вопросе имеет на кого, на какого оператора, на оператора какой страны зарегистрировано то или иное радиоэлектронное средство. Ну вот, я думаю, что наша аудитория сейчас написала большое количество сообщений в чат, что ваш сертификат на участок на Луне никакого юридического значения не имеет. Виктор Андреевич, вы еще упомянули некоторые документы МСФ, в частности, регламент радиосвязи. Вот, на мой взгляд, это какой-то совершенно уникальный пример международного договора, вот сейчас повторю для нашей аудитории, кто юристы, международного договора, который представляет из себя 4 тома в общей сумме 2000 страниц, причем если начинаешь его листать, там и картинки, и графики, и какие-то формулы совершенно безумные. И написан этот международный договор в первую очередь специалистами технического толка. Как это возможно? Почему технари пишут международный договор, который обычно представляется таким сухим языком? Так более того, вы еще и встречаетесь раз в 4 года, чтобы пересмотреть эти 2000 страниц. Как вы живете с таким международным договором? Да. Спасибо большое, Лина. Действительно интересный вопрос. Мы, международники, говорим, что всегда находимся на стыке техники и юриспруденции. И одно на другое очень сильно влияет.
Сегодня правовая база МСФ включает в себя основные инструменты Союза, которые имеют договорной статус и являются обязательными для государств-членов МСФ. Вот этими документами являются устав, конвенции, Международный союз электросвязи и административные регламенты, вот, в том числе регламент радиосвязи, которые дополняют устав и конвенцию. Более того, в уставе конвенции они ратифицируются странами и имеют статус закона во многих государствах, поэтому они как бы обязательны для исполнения. И в свете этого МСЭ прошел такой большой раунд переговоров относительно того, что необходимо создать стабильные уставы и конвенцию, чтобы их не пересматривать, потому что каждый, допустим, 4 года после пленарной полномочий конференции представлять правительством или президенту переподписывать эти документы, ну, крайне сложно, требует обоснования, и, соответственно, у законодателя есть много других проблем, которые они должны решать. Вот. Но, тем не менее, это обязывающий документ. Вот регламент радиосвязи является административным регламентом. Вот весьма сложный документ, как вы отметили, там более 2000 страниц, вот, которые распределены вот, по 4 томам. Вот. И, в принципе, это настольная книга каждого радиста, но, я сказал бы, еще тот, кто плохо засыпает по ночам, он тоже может читать, потому что на второй странице он точно заснет. Вот. Я понимаю, что сегодня присутствует много юристов в нашем кафе, поэтому вот есть интересная ссылка в начале регламента радиосвязи. Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо средств без предварительной письменного разрешения МСЭ. Вот, в моем понимании, это неправильное толкование права интеллектуальной собственности. Вот, хочу вспомнить один значимый эпизод моей работы в составе делегации во время Совета МСЭ. Это приятно это вспоминать и есть чем, как говорится, гордиться. Это было более 10 лет назад. Вот. И все документы МСЭ тогда можно было приобрести только за плату. Естественно, там швейцарские франки. Вот и это распространялось и на документы на бумажном носителе, и на документы в электронной форме. Значит, вот наша делегация была поддержана только делегацией Бразилии, и мы предложили открыть доступ для начала к основополагающим документам, уставу, конвенциям и регламентам. В общем, категорически против нас все выступили. Более того, там и европейцы, и арабы очень зло выступали, и Соединенные Штаты. В общем, все 46 членов Совета, было всего 48 тогда членов Совета, выступили против нашей инициативы. И причем аргументация была такова, что это нанесет ущерб бюджету Союза, и странам придется латать эту дыру. И как мы вообще так можем поступать с нашей интеллектуальной собственностью, там, раздаривая ее там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, однако у нас уже был небольшой опыт в нашей администрации на распространение рабочих материалов МСЭ на русском языке. Вот. И поэтому нам приходилось проводить консультации с юристами по данному вопросу. И нам юристы четко сказали, что закрытие доступа к обязательным международным договорам, основополагающие документы такими являются, вступает в противоречие с базовыми принципами международного права о необходимости открытого доступа к документам, которые являются обязательными. Мы это озвучили. Вот. Через буквально день делегация США взяла слово и сказала, что Россия открыла им другую сторону обсуждаемой проблемы, и они меняют свою позицию. Было принято решение на временной основе на один год открыть доступ к основополагающим документам и оценить финансовые последствия такого решения. Но практика показала правильность нашей позиции, вырос значительный спрос бумажных версий регламента, потому что ну, кто привык пользоваться бумагой, тот будет пользоваться. Бумаги продаются на бумаге, потому что это издательская деятельность. Но появилось огромное количество скачивания документов в электронной форме. То есть интерес к документам МСЭ возрос, и, соответственно, авторитет МСЭ тоже возрос. Приятно осознавать, что на основе этой инициативы пользователи традиционным спектром сегодня имеют возможность бесплатного онлайн-доступа практически ко всем документам.
рекомендациям, отчетам, справочникам и так далее. Практически все, что сегодня издается в МСЭ, бесплатно, за исключением там, ну, некоторых руководств там, и справочников по морским делам. Это судовое для судовладельцев требуется обязательно на каждом судне иметь там перечень станций и так далее. Поэтому это еще осталось закрытым, а все остальное открыто. Вот также существуют правила, утвержденные регламентарным комитетом, которые дополняют регламент рабочей связи. Вот хотелось бы еще вспомнить очень интересный момент. Вот, во время работы в РРК встал вопрос относительно юридически обязанных норм, которые включены в протоколы пленарных собраний МСЭ. Была спорная ситуация, и наш юрист очень высокого качества объяснил, что это обязательно применение, и более того, не подлежит обсуждению, изменению, и не должны быть эти ссылки прямо внесены в правила процедуры. Вот, однако пришлось вопрос изучить поглубже и вот показать коллизию, что протоколы, особенно последних собраний, пишутся, допустим, председателем конференции и даже не рассматриваются на пленарных заседаниях, они не успевают рассматриваться. Вот именно то, что написано. То есть обсуждаться обсуждается, а то, что будет в протоколе, никто не видел. Более того, заключительные акты, которые подписываются и ратифицируются, они потом могут трансформироваться в правила процедур и трактоваться те или иные положения. А вот такие посылы из протоколов вдруг являются незыблемыми. В общем-то, я выступил против на заседании, была поддержка отряда администрации, и этот вопрос, я бы сказал, вот так повис, и теперь выписки из протоколов, они не входят в правила процедуры, они просто прикладываются. Что с ними делать? Вот сегодня нету... Все понимают, что их надо соблюдать, но вот их статус до конца не прояснен. То есть у наших коллег-юристов есть еще поле для изысканий. То есть, во-первых, конечно, поразила вот эта якобы интеллектуальная собственность на международный договор, что действительно звучит достаточно странно. И я так понимаю, что именно российской стороне мы обязаны за то, что имеем доступ теперь и к регламенту радиосвязи, который мы все, конечно, сегодня обязательно за сегодня прочитаем. Но, допустим, мы вот его уже освоили, и все-таки являясь, например, оператором, как вот если кратко изложить процесс организации доступа к спектру. Мне, как оператору, какие этапы нужно пройти, что нужно сделать, чтобы занять свой кусочек в космосе? Наверное, надо упомянуть о международном признании использования полуострова частот. Об этом очень редко говорится, но вот оно начинается с того момента, когда частотные представления внесены в международный справочный регистр частот. И именно с этого момента администрация на законных основаниях может пожаловаться, что ее частотным присвоением оказываются помехи. И с этого момента другие администрации не должны жаловаться на помехи от зарегистрированных систем. Однако этому этапу международного признания предстоит долгая процедура подачи заявки в МСЭ, экзаменация бюро радиосвязи этой заявки, определение затронутых администраций, которыми необходимо урегулировать вопросы совместного использования полосы частот, проведение процедуры координации, подачи заявки на регистрацию частотных присвоений в бюро радиосвязи после введения системы в эксплуатацию. Следует отметить, что в МСЭ используется правило «первый пришел, первый обслуживайся», что снимает неоднозначность в отношении систем, которые еще не получили официального международного признания. То есть, если я в течение 7-летнего срока подал заявку раньше кого-то, то, в принципе, не я с ним координируюсь, а он со мной координируется. Это принципиально важный момент, потому что добиваться координации, конечно же, это обоюдный процесс, но, тем не менее, нужно тому добиваться координации, кто пришел и кто подал заявку после меня. Для спутниковых систем процедура занимает до 7 лет с момента первоначальной заявки. Вот. И если за этот срок вы ввели в действие частотные присвоения, то ваша
не ввели, то ваша заявка исключается из рассмотрения, и, соответственно, вы теряете все приоритеты. А если вы ввели действия, то, соответственно, попадаете в международный справочный регистр частот и получаете международное признание. А если по каким-то причинам мои планы как оператора изменились, и, допустим, я не успела ввести в действие свое частотное присвоение, может быть, я думаю, разные причины, или неудачный запуск спутника, или, в принципе, ну, допустим, сейчас тяжелой экономической ситуации, я больше не могу себе позволить запустить спутник. Что будет в таком случае? Да, то есть вы... Говорите о том, что после заявления проведения координации у спутникового оператора там возникли сложности с реализацией проекта. Это очень индивидуально. Вот если закончились деньги или изменились планы, то оператор потеряет свою собственную заявку и соответствующие договоренности по координации, включая приоритеты такой координации. Если у оператора возникли случаи форс-мажора, то он может обратиться в регламентарный комитет с просьбой о продлении регламентного срока до 3 лет. А вот если неудачным был запуск спутника, то это, как правило, рассматривается форс-мажор, и оператор может обратиться в РРК. Были другие случаи, когда были большие финансовые проблемы, допустим, какой-то банк, с которым правительство имело отношение, он перестал существовать, и пришлось ориентироваться. То есть, объективные причины. В этом случае, на каждом конкретном случае кейс-бай-кейс РРК рассматривает и принимает решение. То есть, является ли это случаем форс-мажора или не является. То есть, РРК, как вот действительно квазисудебный орган, рассматривает каждую конкретную ситуацию, изучает причины, которые привели, например, к срыву проекта. С учетом вашего опыта работы в РРК, действительно ли был вот такой прям глубокий анализ каждой ситуации? Может быть, какие-то еще интересные решения или случаи вы рассматривали? Это вот очень важный момент в работе РРК. И каждый случай комитет рассматривает на индивидуальной основе, тщательно анализируя представленные материалы. Надо отметить, что при обсуждении вот вопроса, связанная, допустим, с заявкой от страны, от которой избран член РРК, он воздерживается при обсуждении этого вопроса. Вот. Хотя мне кажется, что это положение не очень хорошее. Оно противоречит определению РРК, в соответствии с которым он берет на себя обязательство не представлять ничьих интересов, не получать никаких инструкций ни от своего правительства, ни от коммерческих организаций. Вот, а когда вводятся какие-то запреты, говорят, воздерживаться надо, то тем ставится вопрос объективности члена РРК. Вот, противоречие также состоит в том, что в эпоху глобализации проекта член РРК может иметь контракт в другой стране, а воздерживаться он должен только тогда, когда рассматриваются документы, подные от его страны. Вот, для интереса могу привести случай, что я воздерживался от высказывание, когда рассматривался документ от Российской Федерации. В общем-то, был вопрос решен положительно. Но вот я, наверное, единственный, кто воздерживался и кто был против. Если бы мне дали слово, я бы высказался бы против и постарался бы, чтобы было принято отрицательно. Все вопрос в объективности. Поэтому, когда мы пытаемся поставить под сомнение эту объективность, значит... мы тогда ставим под сомнение РРК. РРК, он независимый орган, он действительно очень тщательно и внимательно должен изучать все вопросы, которые связаны с тем или иным случаем. Администрации заинтересованы в том, чтобы было учтено все до мелочи, поэтому они представляют там очень подробные материалы. И в том случае, когда материалы носят какой-то закрытый характер, об этом уведомляется, соответственно, комитет. И комитет материалы не рассматривает, а верит на слово бюро. То есть бюро говорит, да, действительно посмотрел эти документы, в этих документах содержится. Потому что очень часто бывают контракты, которые имеют гриф confidential, и
Комитет старается проводить свою работу на прозрачной основе, то есть не использовать никаких документов, которые недоступны третьей стороне. То есть действительно очень похоже на судебную процедуру. Виктор Андреевич, у нас один из вопросов от аудитории связан с текущей ситуацией, пандемии COVID и упомянутыми вами случаями форс-мажора, которые рассматривает радиорегламентарный комитет. Является ли ссылка на COVID основанием для, ну, так скажем, удовлетворения просьбы о продлении вот этого регламентарного срока и каких-то других поблажек? Как вообще РРК рассматривает ковидные случаи? Да, сейчас резко возрос поток таких заявок, связанных с проблемой и форс-мажоров пандемии, связанных с пандемией. И РРК относится к этому, ну, с большим пониманием и, естественно, продлевает, потому что мир столкнулся, ну, с настоящей бедой. Многие границы закрыты, многие предприятия вынуждены, как говорится, уходить в локдаун и все прочее. Поэтому тут есть полное понимание. Ну и сама РРК сейчас работает в удаленном режиме. Насколько я помню, вот наш председатель Николай Варламов, он проводил собрание, правда, второе собрание, он приехал в Женеву и проводил, но все остальные были, сидели в своих странах и работали из стран. А это есть определенное ограничение, потому что приемлемые часы работы сегодня, период пандемии, это где-то порядка 4 часов. По Москве это сейчас где-то до 5, потому что именно это то время, когда в 5 часов уже Корея засыпает, уже у них полночь, а начало в час, это когда Вашингтон, там 6 утра, они просыпаются. Поэтому вот нашли такой небольшой промежуток времени, и это очень сильно сказывается на работе, безусловно, в виртуальном режиме, буквально всех. Ну, и, соответственно, РРК тоже находится вот в такой ситуации, но, тем не менее, они очень внимательно и с большим пониманием рассматривают проблемы, связанные вот с ковидом, как форс-мажор. Виктор Андреевич, вы еще неоднократно упоминали необходимость использования орбитального частотного ресурса эффективно, справедливо. Об этом говорит и регламент радиосвязи. В то же время вы озвучили принцип «первый пришел, первого обслужили». Тогда как на практике может быть реализован вот этот принцип равного доступа? Как государства могут получить права на радиочастотный спектр, если вот сегодня они не готовы еще запускать свои спутниковые системы, а может быть завтра им не достанется ничего? Да, об эффективности использования орбитального частотного ресурса заговорили еще в прошлом веке, и этому было посвящено много работ, очень интересных работ. Тлеля Ключ-Кантор, помните, профессор был, который несколько монографий посвятил этому, и он говорил о необходимости запуска однородных систем. Он был одним из авторов там плана и радиовещательной спутниковой службы, и фиксированной спутниковой службы. Но они были приняты довольно-таки давно, и в соответствии с этим планом там в каждой стране выделялась полоса частот или каналы для радиовещания, ограниченные национальной зоной обслуживания. Но технических решений, которые были заложены вот в основу этих планов, они потеряли свою актуальность. И реализация вот проекта в рамках этих решений, ну, сегодня представляется экономически нецелесообразным. Вот в некоторых полосах частот, которые были тоже распределены недавно, там указывается необходимость приоритета рассмотрения заявок администрации, которые еще не регистрировали вот свои частотные присвоения вот в этих полосах частот. Но вопрос равноправного использования ресурсов всегда вызывал острые споры. Вот в моем понимании, что необходимо искать какие-то новые подходы, которые бы были основаны не на долгосрочном изъятии тех или иных ресурсов и ждать, когда созреет то или иное государство к запуску, а наоборот, поощрение использования ресурсами, ну и при экономическом поощрении тех, кому эти ресурсы также принадлежат. То есть это могло бы быть распределение, будем так говорить,
виртуальное, а использование уже по факту, и за это использование надо было бы такое использование как-то оплачивать. То есть, ну, над этим надо думать, и это интересный вопрос, конечно. А мне очень интересно ваше мнение, потому что оно вызывает абсолютное доверие. Вы знаете этот процесс изнутри. Например, недавно, буквально в начале этого года, проходила сессия научно-технического подкомитета, комитет ООН по космосу. Сейчас проходит сессия юридического подкомитета. И делегация Ирана, которую поддержали некоторые страны, высказала мнение, что вот эта вот система регулирования доступа к спектру не работает на практике, что на практике, причем было сказано, что именно МСЭ, несмотря на все свои усилия, так и не смог выполнить вот эту задачу обеспечения равноправного доступа к спектру. И предложением Ирана был вот как раз какой-то пересмотр, но, видимо, в другую сторону от того, что предлагаете вы. С одной стороны, площадка Комитета ООН по космосу является вполне подходящим местом для обсуждения этих вопросов, и в повестку дня вопросы использования геостационарной орбиты, например, включены. С другой стороны, мы понимаем, что именно МСА является специализированным учреждением ООН, которое занимается вопросами регулирования спектра. Вот на ваш взгляд, где все-таки должен решаться этот вопрос, если проблема не идеальности текущего режима стоит? И сейчас получается, что некоторая дискуссия идет на двух площадках. Какая же все-таки площадка предназначена для того, чтобы страны договорились, как использовать орбитально-частотный ресурс справедливо и эффективно? Да, вот технические основы, которые вот заложены в планах, как мы отмечали, уже устарели. И это все признают. С другой стороны, принцип справедливого доступа к ресурсам задекларирован вот на первых страницах основополагающих документов Союза. Вот те планы, которые в существующем виде, они представляют собой сейчас больше проблем для администрации, чем несет пользу. Вот Иран выступает за то, чтобы попытаться сказать... Я считаю, что планы – это покойники. Мы пытаемся их припудрить, там, сделать, чтобы они были покрасивее и все прочее, но они не работают. Практически единицы администрации реализовали свои частотные присвоения в плане. Это на одной руке хватит пальцев. Остальные администрации активно реализуют свои возможности в части заявления получастот плана в виде дополнительного использования. Но при этом они сталкиваются с очень большими проблемами процедурного, регуляторного характера. Поэтому этот ресурс, ну, вот как собака на сене, то есть он ни вам, ни нам. Вот, какая площадка подходит больше для обсуждения вопроса? МСА или Комитет по космосу? В моем понимании, в общем, есть специализированное подразделение ООН в области ИКТ, это МСА. Но кому-то в последнее время стало нравиться обсуждать в МСА там, вопросы гендерного равенства, этики поведения, там, сказать, онлайновая защита детей там, и куча других вопросов, которые вообще не имеют никакого отношения к ИКТ. Но обсуждая эти вопросы, мы можем закрыть глаза на проблемы, вот, о которых говорит Иран. То есть вопросы справедливого равноправного доступа к спектру, они должны решаться в МСЭ. Но для этого нужны инициативы с конкретными предложениями, ну, а не бег в другие организации, жалобы, как плохо, как говорится, в МСЭ и так далее. Вот необходимо конкретные предложения, конкретные решения. Ведь ситуация не улучшается, ситуация только лишь ухудшается. И не только речь идет о геостационарной орбите, этой и НГСО проекты. Они сейчас захватывают спектр. Ну, если прямо будем говорить, это в ближайшем будущем наши дети и внуки так не увидят этого спектра более. Вот пример, так сказать, там. Иридиум, Глобалстар, например, или там ГЛОНАСС, GPS, они в свое время получили там по 10-20 МГц. И никто не собирается больше передавать на этот спектр. То же самое сегодня происходит с многоспутниковыми мегагруппировками, которые практически изымают из обращения весь доступный ресурс. Вот это страшно. А бегать по другим площадкам, ну, можно, но надо работать в МСЭ для того, чтобы останавливать эти тенденции.
Ну вот те группировки, которые вы упомянули, они, по крайней мере, являются работающими и приносят человечеству некие полезные результаты. Я сейчас говорю, например, о ГЛОНАССе. Наша коллега из Российского университета дружбы народов Ирина Черных интересуется, а как насчет проблемы бумажных спутников? Остается она на повестке МСЭ? Как-то осуществляется с этим борьба? Не потеряла ли эта проблема актуальность? И да, и нет. Допустим, Российская Федерация не заявляет бумажных сетей в силу того, что каждая заявка требует денег на ее обработку. Не у кого взять эти денег для того, чтобы зарезервировать за собой ресурс. Ну, такая ситуация. Конечно, Илону Маску абсолютно без разницы, какое количество заявок отправить. Если ему скажут завтра 5-10 миллионов, ну, значит надо. Для него не проблема, как говорится, подать эти заявки. И, безусловно, сегодня в части НГСО это переизбыток, как говорится, заявок. И большинство из тех численных присвоений, которые заявлены именно в той орбитальной позиции, они в любой конфигурации сейчас заявляются, будут не реализованы это так. Но другие страны, в общем-то, очень стали относиться сдержанно в отношении бумажных сетей. Более того, сегодня максимум жизни бумажной сети – это 7 лет. Затем вступает в действие пункт 13.6, это проверка бюро. И регламентарный срок заканчивается, сеть не введена в эксплуатацию, эта заявка попадает. То есть вы можете заплатить там 30-40 тысяч долларов, ну вот 7 лет, ну как бы еще проводить работы по координации, а выход ну, пустой. То есть тот механизм, который раньше работал в отношении бумажных сетей, сегодня перестал работать, и поэтому очереди на обработку практически сегодня нет. Ситуация такая. Виктор Андреевич, у нас почти истекло наше время, но не могу не задать вам еще один вопрос, достаточно даже крупный блок вопросов. Тоже вы упомянули вот эти группировки Илона Маска, например, там Starlink, известная группировка также на слуху, OneWeb. Мы слышим, мы читаем, что в такие группировки вот входят и десятки спутников, сотни или десятки тысяч спутников. Как вам видится возможная проблема, связанная с такими многоспутниковыми системами? Потому что даже вот на там, бытовом уровне кажется, что эти все системы, они достаточно сложны. Есть пересекающиеся орбиты, спутники должны работать так, чтобы не столкнуться друг с другом, системы должны работать так, чтобы также не было каких-то опасных сближений. Наверняка есть и проблемы, связанные с возможностью причинениями радиопомех. Вот как можно охарактеризовать текущую ситуацию с этими многоспутниковыми системами в контексте в целом осуществления другой космической деятельности, в контексте сохранения космоса безопасным? Какие проблемы вот здесь вы видите? На моей памяти это вторая волна вот многоспутниковых группировок с использованием НГСО для фиксированной спутниковой службы. Первая и вторая волна вот накрыло, как говорится, с головой. Но первые проекты, вот Передесик, Скайбридж, были уникальны по своим техническим замыслам, но значительно опередили время. Поэтому их существование напоминает нам больше сувенирная продукция, которая осталась с 1995 по 2000 год. Вот что нового несут новые проекты по сравнению с существующими системами? Первое – это, конечно, глобальность. Второе – малое время задержки по сравнению с ГСО-системами. Вот. Я, конечно, не являюсь диссидентом НГСО мегагруппировок, однако у меня много скепсиса остается в отношении стоимости услуг, стоимости абонентского оборудования. Главное, непонятен рынок. Например, самый успешный проект НГСО подвижной спутниковой службы «Иридиум» за более 20-летнюю историю своей коммерческой деятельности остается на отметке 1 миллиона абонентов, при том, что они уже группировку Next сменили, они уже стали признанными ИМО, в ICAO они на зависимое наблюдение претендуют и так далее, и так далее. Но это очень мало для коммерческого успеха проектов. И, конечно, Пентагон выручает в плане финансирования.
Вот, в городах, в поселениях будут развернуты сети 5G, поэтому вопрос абонентской базы вот, для новых мегагруппировок, которых вы упоминали, остается, ну, что называется, открытым. И сегодня больше, конечно, вопросов, чем ответов относительно пользы и бед от этих мегагруппировок. Вот мой предыдущий опыт работы в Центре управления полетами показывает, что управление многоспутниковой группировкой – задача очень сложная. И перед МСЭ этот вызов стоит, и перед Комитетом ООН по мирному использованию космосу. Если перед МСЭ это вопрос урегулирования помех, обеспечения совместимости, радиоконтроль и так далее, как между собой всеми, так и наземными службами, то перед Комитетом по космосу стоит вопрос космического мусора, оценка ущерба от космической деятельности и много-много других проблем, которые сегодня никто не хочет замечать, пока идет надувание этого пузыря, там, когда еженедельно говорят о том, что там на 11 миллиардов там, у Маска стало больше как-то вложений и так далее. Ну, все это вызывает большое удивление, но тем не менее впереди гораздо больше проблем, чем пользы. Вот такое у меня мнение. И самый последний вопрос успеем взять из нашей аудитории. Он связан с темой многоспутниковых систем, касается малых спутников. Вот для космических юристов эта тема интересна, потому что существуют разные мнения, требуется ли специальное какое-то регулирование для малых космических аппаратов или правила общие для всех аппаратов. Рассматривается ли этот вопрос как-то МСЭ, вот проблема, связанная с малыми спутниками, с миссиями краткосрочными? Спасибо, да. Этот вопрос находится в поле зрения. Более того, хочу похвалиться, как представитель 4-й общественной комиссии, мы выпустили циркуляр по подготовке handbook или справочника по малым спутникам. Описали его, как говорится, содержательную часть, и в том числе будет там прописаны все регуляторные подходы к регулированию спектра этими малыми спутниками. Мы обратились ко всем членам государствам МСЭ, к промышленным и научным организациям, а также мы пригласили к участию и людей, которые находятся вне МСЭ, не имеют отношения с МСЭ, с тем, чтобы они подавали свои вклады, свои мысли относительно того, каким образом мы должны видеть будущее малых спутников. И вопросы регулирования не так же практически каждую конференцию рассматриваются, в том числе на конференции 2023 года. Это короткие полеты, это использование суборбитальных полетов, то есть когда часть космоса, часть воздушного пространства и так далее. И эти все вопросы находятся в поле зрения конференции. Спасибо большое, Виктор Андреевич, и за ответ на этот вопрос, и еще раз за то, что нашли время прийти к нам сегодня в кафе. Большое спасибо за интересные темы. Я думаю, что нам о многом еще стоит подумать, и есть действительно где поисследовать, какую проблематику, прежде всего, или в том числе юридическую. Хотела бы поблагодарить наших слушателей за то, что проводите этот пятничный вечер вместе с нами. У нас вскоре появится информация о следующем выпуске. Он состоится в первую пятницу сентября, это 3 сентября в 5 вечера по Москве мы традиционно выходим. Информацию, как я сказала, о гости сделаем доступной более, на более позднем этапе. А пока, с учетом того, что у нас, наверное, сессия в разгаре, хочется пожелать и студентам, и их преподавателям успешно пройти этот важный этап. И на этом я хотела бы передать слово в команду Space Watch Global. Киара, over to you. Спасибо, Элина и Виктор. And I'm going to switch back to English now, because sadly my Russian is not really there.
Before you all leave, I would just briefly like to give you a rundown of our upcoming Space Cafe events. So next week on the 9th of June at 10 a.m., Thorsten from SpaceWatch will have his Space Cafe 33 Minutes with Dr. Cassandra Steer about diversity and equality in the space sector. And a day later on the 10th of June at 4 p.m., we will have the next edition of Mariba's Vox Populi with the topic of touring and exploring space by the general public. And then a day later, we have at 4 p.m. on the 11th of June, the next Space Cafe Benelux with me and Banu, where we will be discussing space sustainability and data operationalization. In the following weeks, we'll also be having 33 minutes with Professor Kazuo Suzuki and the next Space Cafe Canada, so stay tuned. All our events are going to be online on Eventbrite. As always, we would really like to hear your feedback, so please check in with us on Twitter, Facebook, and LinkedIn. And don't forget to sign up for our daily or biweekly newsletter on SpaceWatch Global. And if you'd like to treat yourselves to something special, become a Space Watcher, and your support will help us greatly. So just take out your credit card and visit our fan shop at shop.spacewatch.global. I know we repeat this often, but we really need your support to continue our work. So thank you all very, very much for your interest today. And thank you, Elena and Victor, for the inspiring talk and for being our guests. And of course, a big thanks to the team behind the scenes for doing that great job week by week again. I hope you will all stay safe and stay healthy. And thank you for joining us. I hope to see you in the next weeks. And in the meantime, don't forget to visit our website and follow us on social media. And don't forget, become a space watcher. Thank you.